Феи, рыбалка. Генеральный партнер программы — компания «Движение нефтепродукт». Вечер добрый, все верно. В эфире программа «Трофеи, рыбалка». У микрофона Владимир Сметанина. Поудобнее, так сказать, устраивайтесь на своих местах, где вы можете нас сейчас слушать, у радиоприемников, в автомобиле, либо рядом с каким-то гаджетом, потому что слышать нас можно в том числе и в интернете. Программа будет длиться около 50 минут, и предстоит у нас такая интересная и увлекательная беседа. Ну, в первую очередь, представляю Василия Мамонова, эксперта компании «Арсенал» на Комсомольской 8, профессионального рыболова. Добрый вечер, да, Василий. Да, добрый вечер, друзья. И большая радость сегодня. Еще один профессиональный рыболов к нам присоединился. Это Рустем Садыков, который в свободное от рыбалки время работает управляющим «Чепецкнефтепродукт». Вот так вот. Добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Рустем. У нас большой был отклик на предыдущую передачу, где мы говорили очень подробно о рыбалке на судака. Про Камское устье. Да, на Камском устье. Ко мне прям подходили, вот коллеги здесь на работе подходили, звонили, писали наши слушатели и просили рассказать о местах рыбалки. Вот еще, чтобы, возможно, не так далеко ехать, куда-то поехать, вот еще в другое. По клевым местам Кировской в общем, области, да? По клевым местам по Кировской, не только области, мы сегодня пройдемся. Вы поделитесь своим опытом, своими советами, рекомендациями и так далее. Естественно, у нас в розыгрыше 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». Мы все розыгрыши в конце озвучиваем. Вот так же сегодня поступим. Конечно. Точно так же. Спустя примерно 45 минут об этом поговорим. Ну и у нас уже стало традицией в течение программы Василий... Неожиданно. Да, неожиданно. Неожиданно зададим вопрос. Озвучивает, да? Вопрос. Вы отвечаете на него в нашей группе ВКонтакте, группе нашей радиостанции ВКонтакте. Там специальная запись появляется. И, соответственно, тот, кто первым правильно отвечает, тот получает подарочный сертификат от компании «Арсенал». Точно. Все очень просто. Итак, клевые места. Да, клевых мест на самом деле у нас очень много. Давайте дайджест такой короткий проведем. Ну, вообще, обзорно. Вот вообще, на самом деле, река Вятка-то, она очень-очень хороша. Да кто бы спорил. Не, в плане рыбалки. Я просто вот сужу о чем. Например, вот мы проводим турнир наш, да, вот «Трофеи Вятки». Угу. К нам приезжают люди из различных уголков нашей необъятной страны, да, из все. И вот когда мы с ними разговариваем, особенно это касается там вот Москва, там вот, вот такие там мегаполисы огромные, они приезжают и говорят: ребят, как классно порыбачить на дикой реке. Они привыкли к тому, что, ну, в основном... Дикой в смысле? Но основная рыбалка – это водохранилище. Вот Волгу назвать рекой уже язык не поворачивается, потому что это каскад, водохранилищ. То есть там ничего от реки уже не осталось фактически. Дамбы какие-то все. Ну все, то есть это, да, вот плотина, да, между, да, ними плотина. Там какое-то водохранилище, следующая плотина – водохранилище, она более или менее похожа на реку в самом верху и в самом низу. Да, то есть вот в устье и у истока. Вот там еще как-то вроде бы есть такое понятие реки, а здесь все, там водохранилище, там течение зависит от работы этих гидроузлов, закрытой плотины, нет течения, открытой плотины, есть течение, и все. То есть, ну, вот та же самая Куйбышевское водохранилище. Совершенно, да, верно. Да. Их там много. Верхнекамское, Нижнекамское, там и все оставшиеся там, и Кама тоже. Практически такая же уже становится. Вот. А у нас река-то в полной мере дикая. То есть она живет своей жизнью. У нас каждый год там из-за того, что у нас там песчаное в основном, да, песок, меняется русло. У нас вымывает новые ямы, там что-то замывает. У нас падают деревья в воду. У нас там целый лес этот, коряжник какой-то, да, дикий, в котором живет рыба. И вот рыболов, когда приезжает к нам на Вятку, он смотрит и говорит: нифига себе, это обалдеть. Тут, ну, надо вот, поработать. Вот клево, да? Все, и поэтому Вятка, она хороша, она очень сложная река с точки зрения поимки рыбы. Я скажу, что на ней поймать-то не очень и просто. Вот я, например, там всю свою жизнь провел на Вятке. Я не скажу, что так: о, я приеду, там точно рыбы поймают. Да вот не бывает такого. Строптивая река. Ну, очень. Своенравная. Да. У нас, скажем так, очень трудно рыбачить на реке из-за достаточно сильного течения. У нас нет запредельных глубин, которые есть на водохранилищах, да, но тем не менее у нас там на глубине 5-6 метров иногда летом 50 грамм там ставишь, кидаешь, и дна не находишь. Ну, то есть течение. Соответственно, рыба выбирает какие-то вот стоянки там интересные, да, вот об этом-то, наверное, сегодня мы и поговорим. Ну, я вот, наверное, начну...
если по клевым местам. Давайте в Рустема сразу спросим. У вас опыт общения с рекой Вяткой, он есть? В плане как раз-таки, да, а у меня, попыток поймать рыбу? Или... У меня, да. Что примечательно, насколько я помню, турнир проходит в районе Разбойного Бора, да? Это вот... Первые турниры там проходили, а вот сейчас сейчас советский... в Петропавловске, советский район. Вот, да. У меня знакомство с Вяткой очень так плотно состоялось. Вот впервые я там поймал трофейную для себя щуку на 6 килограмм. На спиннинг? Раз, да, на спиннинг. Как раз в районе Разбойного Бора. Это был, конечно, вообще такой дикий восторг. А второе место, которое для меня так достаточно знакомо, это район Петропавловского. Вот эти места. Упомянутого, да, уже? Да, эти районы. Угу. Вот больше я Вятку не знаю, но знаю, что ездит рыбачество от Мамадыш очень активно. Мамадыш — это уже самое низа, и это уже перед устьем с Камой. Угу. Это уже не наша епархия. Да, скажем так, это уже у нас Татарстан получается. Угу. Но там достаточно много. Но Вятка. Да, очень интересные места там в Малмыже, в Уржуме. Там очень хорошо. Причем круглый год. Круглый год. Но вот я бы как раз сейчас начал, если мы вот так вот пошли по клевым местам, как раз вот уже упомянутый Разбойный Бор. Для меня это, наверное, такие, ну, самые родные места, потому что я реально вот в тех местах начал рыбачить в 98-м году. Давайте сейчас четко скажем, как доехать. Как тот, доехать? Еще никто не ездил. Там ехать можно по-разному. То есть можно приехать в саму деревню Разбойный Бор, да, можно приехать там в Суводи или еще куда-то. Но там дорога, скажем так, не для каждого автомобиля и очень экстремальная такая. Если вы еще там катер попытаетесь за собой тащить, ничем хорошим это точно не закончится. А вот сейчас, когда мы просто снежный покров вот. Уже когда. Мы всегда ездили каким образом? Есть замечательная такая деревня, называется Криуша. Вот туда на любом автомобиле, угу. В любое время года мы выезжаем на берег реки Вятка. Соответственно, чтобы нам попасть вот уже в озвученный Разбойный Бор, нам приходится подниматься по реке либо на лодке, либо сейчас это делать на снегоходе, там проблем не возникает. Как много подниматься? Порядка 30 километров кверху. Ого! Ну, слушайте, бензином-то надо запасаться. Конечно. На движение на заправке надо заехать обязательно. Вот. Но чем примечательно то место, я вот честно скажу, больше даже, наверное, и не припомню даже в низах Вятки, чтобы было на протяжении там порядка 40 километров вверх и 20 километров вниз такое количество ям на реке. И такое количество коряжника... Я вот, честно скажу, не припомню нигде. То есть там замечательные места: Лисий Яр, Разбойный Бор. Угу. Это все народные названия такие. Суводи. Ну вот Лисий Яр – это народное название, но, честно скажу, вот сколько раз мы там были, я реально на этом Яру очень часто вижу лис. Вот серьезно. Чем хороши еще и примечательны эти места? Тем, что там находится Нургушский заповедник. Вот там. И как раз Лисий Яр, он попадает в его юрисдикцию, да, там можно рыбачить, но нельзя выходить на берег, там стоят такие аншлаги, предупреждающие, что на берег выходить нельзя. Соответственно, там практически не бывает сетей, а что, ну, это очень здорово, потому что там на реке практически всегда есть егеря, которые за этим следят. Вот. Ай-яй-яй сделают. Да, сделают ай-яй-яй. А ну, для нашей, скажем так, не сильно большой реки, браконьеры, к сожалению, это такой бич. Там рыбу истребляют ого-го. Там достаточно спокойно, это раз. Во-вторых, там не очень удобно ставить сети, потому что там столько коряк, что если он туда ее поставит, она ее просто потом не достанет. Поэтому там рыбка себя чувствует достаточно спокойненько. Ну, видимо, исторически веками там сложилась вот особенность, да, рельефа. Например, речного. В том же районе, там же точно, чуть даже ближе вверх по течению, есть замечательнейшее место, которое будет интересно вот сейчас зимой. Это так называемая Черная Ласка. Это залив. Это что значит? Это такая залив Старицы, который, да, в свое время он был Старицей, потому что имел соединение с рекой там с двух сторон. Угу. Сейчас в конце там все замыло, то есть это, можно сказать, такой огромный большой залив. Чем он будет интересен? Тем, что там очень большие глубины есть. Ну, для заливов там 7 метров это считается очень такой большой глубиной. Достаточно интересный рельеф. Все-таки это старое русло реки было, поэтому там остались, опять же, вот эти завалы коряк. Угу. И туда реально осенью, когда идет вот шуга,
по реке, да, когда она еще, река не замерзла, а залив уже встал, все, там уже лед. Туда заходит белая рыба, за ней заходит хищник, и, соответственно, ей там достаточно комфортно. Есть хорошие глубины, есть отличная кормовая база, там все здорово, там рыбалка потрясающая. Единственное, что когда, ну, пока не замерзла река, попасть туда очень сложно. А это район чего? Как туда добраться? Мы доезжаем до Крюш. Угу. И начинаем подниматься вверх, вот как мы идем к разбойному бору, мы проходим буквально там, у нас получается 12 километров, и с правой стороны реки, если смотреть против течения, будет как раз вход вот в эту Черную Ласку. Угу. У меня с ней, не знаю, связано самое теплое воспоминание, то есть у меня там была, ну вот мой, например, рекорд по щуке, несмотря на то, что мы там ездили на север куда-то, угу, да, там или еще что-то, летом пойманный рекорд по щуке 11-200 пойман на Черной Ласке. Приличный трофей. Для, да, Кировской области, и, скажем так, не, это не сильно далеко, ну, там получается у нас 160-170 километров, да, это просто отличный трофей. Угу. Там замечательно можно половить очень-очень крупного окуня, причем он там есть всегда весной, летом, осенью, зимой. Замечательная рыбалка. Там, да, там отличная рыбалка на жерлицы, там на выходе уже, где начинается течение, там каждую зиму постоянно сидят люди, которые ловят белую рыбу. То есть это лещ, там густера, сапа и все оставшееся. Угу. Вот. Там, не знаю, то есть там можно весь арсенал свой попробовать, вот все, что хочешь. Хочешь так, хочешь так, хочешь так. Выбирай для себя интересующую тебя рыбалку, и 100% там поймаешь рыбу. Вот. Ну, усложняется все там немножко дорогой, да. Либо иметь какую-то технику передвижения вот сейчас зимой, угу, после того, как установится уже нормальный ледяной покров. Вот, туда доехать достаточно просто. Например, тот же Разбойный Бор и Лисий Яр, они славятся именно своими судачьими местами. То есть вот если, например, я зимой еду на Вятку именно за судаком, ну, в 90% случаев я еду туда. Потому что там плюс в чем? В том, что реально мало рыбаков. Ну, не каждый до туда добирается. Не каждая птица долетит. Не каждый до туда, да, добирается. Угу. Вот. Соответственно, места нетронутые, это раз. Во-вторых, мы немножко приноровились, как ловить в коряжнике, а многие же нет. Ну, то есть, например, вот там берешь балансир, реально туда отпустил, два раза махнул, все. Либо оторвал, угу, либо отцепил, ну, если повезло. Вот. А мы ловим немножко по-другому. То есть мы берем там резину, берем джиг-головку, то есть обычную нашу летнюю резинку. Вот. Насаживаем ее на джиг-головочку. Прячем в резинку вот, это все. Ты вот осторожненько это между бревнышками туда отпускаешь. Течение достаточно сильное, резина играет, и вот ты вот точечно вот так вот облавливаешь. Именно ловишь того судака, который живет у себя в домике. То есть стучишься ему в дверку и ловишь привет, его. Привет, пожалуйста, да. Вот. С доставкой вот, на дом. Вот этим интересна рыбалка. Ну, просто там замечательно. А вот если оторваться по окуню, это вот Черная Ласка. Причем там заливов несколько. Там есть Казанская Старица. Это вот буквально мы приехали в Криуши, вот прям на берег, да. Вот нам нужно вверх по течению пройти там метров, наверное, 500. И будет вход в Казанскую Старицу. Угу. Она вот такой вот подковой идет. Ну, Старица Вятки тоже. Старица Вятки, да, совершенно верно. Да. Но она проточная, и у нее есть и вход, и выход, и в ней есть течение. То есть она, ну, такая, как скажем так, маленькая, но река. Если на Вятке течение достаточно сильное, то там все равно она будет слабее. Вот, она идет такой подковой, и у нее длина, если память не изменяет, порядка там 25 километров. Угу. То есть там замечательнейшие места. То есть там, если рассматривать летнюю рыбалку, у нас... Кстати, вот наш регион чем еще отличается? У нас можно ловить стерлядь. И не будет за это никакого наказания. И не будет за это ай-яй-яй. Да. Если мы ее ловим летом, ловим разрешенными снастями, угу, да, соответственно, либо там фидер, либо донка, закидушка, там с лодки бортовая удочка. Угу. Вот, и если мы ее ловим не менее 40 сантиметров в длину, угу, все, пожалуйста, ловите. Вот Казанская Старица – это излюбленное место местных рыболовов, которые ездят туда именно за стерлядью. А если сейчас, ну, так хотя бы вкратце написать все-таки, Василий, какой должен быть набор приманок вот в арсенале рыболовы, которые отправляются вот именно туда, на упомянутые места? Ну, здесь нужно смотреть тогда, наверное, из того, ну, что мы выбираем для себя. Нет, если про зимнюю рыбалку мы сейчас зимнюю, говорим. Да, про зимнюю, конечно. Что про сейчас? Вот, да. Вот если мы выбираем для ловли, например, ну, хотим поймать судака, то это однозначно, ну, в любом случае, все равно должны быть балансиры,
так или иначе, угу. в более или менее открытых местах, в чистых местах балансир для вятки – это, наверное, основная приманка. Вот. Это однозначно должна быть резина. Вот, ну, виброхвосты, обычные виброхвостики, но там есть особенность, он должен быть достаточно узкотелый, желательно ну, таких натуральных оттенков, да, цветов, но почему-то зимой на кислотные цвета клюет достаточно плохо, вот, то есть максимально приближенные к естественному. Вот. Джиголовки весом от 16 там, до 28 грамм, в принципе, по зимней воде, там, она невысокая, этого хватает там везде. Вот. И, ну, вот опять же, последние, там, наверное, 3-4 года там, для меня, по крайней мере, стали открытием, это ратлины. Ратлины. Вот они замечательны. О которых мы подробно говорили. Да, они замечательны тем, что да. они, во-первых, если там балансир, резина, это все бесшумные приманки, а судак, вот он, зараза, любит, когда у него там что-то гремит, стучит, не знаю, это там будет его, будоражит на поклевку. Вот. А ратлины хороши тем, что ими тоже можно ловить в коряжниках, потому что у них нет боковой игры, он играет вертикальной составляющей, да, там гремит и все. То есть вот, вот в коряжничках мы можем ловить. Соответственно, вот опять же набор вот такой набор приманок, он будет там оптимален при ловле судака. Если мы едем... А если мы про бель говорим? Если мы, если мы говорим про бель, то там вообще все просто досконально... Вообще, вот нам ничего не нужно. Нам нужна удочка, на которой будет на основной намотана лесочка 0,18. Это, в принципе, вот достаточно. А здесь уже каждый выбирает сам. Либо мы берем просто груз. Угу. Да, там кто-то использует оливки, колокола, там какие-то ложечки маленькие, еще что-то. То есть там веса там, ну, грамм, наверное, до 15, там, до 18 хватит за глаза везде. И выше там, в 20 сантиметрах из 0,12 лески у нас будет привязан поводочек, на который насажен там мотылек. Пучочек мотыля, все. Вот с такой снастью незамысловатой, да, мы можем поймать там и леща, и что хотим, если касается белой рыбы. Вот. Но многие вместо груза снизу вешают достаточно тяжелую мормышку. На мормышку насаживают очень-очень большой пучок мотыля, либо нарезают рыбу. Ну, то есть, ну, вот поймал, там, да. нарезают кусочки рыбу, и вот на эту мормышку очень часто клюет судак. Потому что если мы находим большое скопление белой рыбы, мы ее ловим, судак за ней однозначно приходит. Судак-то по-любому где-то должен он быть. Он приходит, ну, как мы уже говорили в наших там передачах до этого, он леща-то точно не кушает, но лещ активно копается в дне, поднимает муть, за этой мутью приходит мелкая рыба, которую с удовольствием жрет судак. И вот, соответственно, вот эта мормышка там... Не знаю, может, она это имитирует. Черт его, там в голову ему не залезешь. Но, тем не менее, поимки очень частые. Вот. А если мы говорим об окуне, то там однозначно вертикальные блесны, балансиры ну, в размере там, до 60-го. Ну и любители мормышки всегда. То есть мормышка достаточно универсальна. Там и окунь, и белая рыба. Все, пожалуйста, без проблем. Трофей. Рустам, а если говорить о ваших таких любимых снастях именно на зимней рыбалке, уже не привязываясь к месту, что вам больше всего по душе как-то с годами, с опытом пришлось? Но если так брать, то самые уловистые, вот в последнее время я использую Кусама X-Pro. Это что такое? Это вот... Вот я могу показать. Да, видеоверсия это все будет. Мы сейчас... Я могу отдать один вариант. Чем интересен? У них очень интересный хвостик, очень интересная игра. Привлекает именно хищную рыбу. То есть достаточно активно на нее... В первую очередь, конечно, очень активно ловится окунь. Попадается щука. Это вот если брать, допустим, узбельское направление. Вот там достаточно активно вот эти блесна работают очень хорошо. Также их используем мы, когда ездим, естественно, на... Бывает и судак. Если брать уже Камское устье, то там, понятно, идут свои блесенки. Камское устье там вообще такая... Да, там свои особенности, да. То есть вот именно окуневая, щучья игра, вот самое то. И рапала. Еще рапала, конечно. Это еще вот. Один бренд. Да, вот эти, скажем так, балансир этих фирм, вот мы, я их использую, и мне очень нравится. Ну вот X-Pro-шки, они хороши. У них есть несколько модификаций у Куасама, да, там есть стандартный там, Тасапайн, да, ну то есть это просто балансир с таким прямым хвостиком, а вот слушатели, кто там придут, например, в магазин, да, посмотрят, многие, когда покупают балансиры, говорят, ну что-то я его брать не буду, у него хвост сломан.
Но он не сломан. Простите, это так задумано. Да, это вот их ноу-хау, это их фишка за счет вот такого интересного строения хвоста. Вот этот балансир, мы просто смотрели, когда там подо льдом, как он возвращается. Если обычно стандартный балансир после взмаха, он достаточно активно улетает в сторону и достаточно быстро возвращается обратно, то вот этот после взмаха, он в сторону-то уходит далеко, но обратно он возвращается вот так вот бочком. И достаточно медленно-медленно-медленно. Mm-hmm. медленно. То есть это хорошо, потому что зимой рыба, она ж... Да, у него очень интересная игра. И... Такая заторможенная, ну, все равно чуть-чуть. Температура воды не располагающая к активным там, каким-то супердействиям. К агрессивному поведению. Вот. И, соответственно, вот такой балансир, он действительно имитирует максимально приближенно вот кормовой объект, вот эту мелкую рыбку, которая достаточно вальяжно там движется. Да, действительно, я вот, честно скажу, не сильно часто использую... По одной простой причине, потому что мы ловим в достаточно таких жестких коряжниках, а там, блин, они сейчас, жалко, такие вещи. Они сейчас стоят недешево. Да, жалко такие вещи. Слушай, Василий, я, кстати, не одну программу уже хочу спросить. А что, время прошло, когда приманки рыболовы сами изготавливали? Нет. Вот, я помню 90-е, паяли мормышки эти, отливали там что-то и так далее. Сейчас, да? На самом деле, самодельщиков очень-очень много. Но я хочу сказать, что хорошая качественная самодельная приманка стоит в разы дороже, чем промышленно сделанная. Да? Потому что там есть такие произведения искусства, которые там в лунку ты отпускаешь, жалко, думаешь, блин, сейчас зацеплю, оторву, и все, и в жизни потом не куплю. А те, кто делают, ну, скажем так, на продажу, там, на поток, самодельщики, но у них приманки такие посредственные. А есть такие люди, А есть такие люди, которые там которые делают, там шлепают. О них слава идет, что они что-то делают. Продают там, все здорово. А вот именно найти самодельщиков, которые делают там для себя и продают там какому-то узкому кругу друзей, там приближенных или еще кому-то, вот это особенный успех. А, у меня есть там такой товарищ, он живет в Москве. Вот он мне там постоянно присылает там судаковые блесны, причем там, слушай, я там сделал блесну. Он вот как раз такой кустарь. Ты там поедешь, протестируй, вот там, скажи там, что-то так, вот, может, что-то переделать там или еще что-то. Вот, у него, скажем так, это семейное, у него папа ювелир, он сам ювелир, и, соответственно, там приманки, их вот, ну, просто там кому-то на день рождения подарить там обалдеют, и он их очень часто... Блесна полтора карата, что ли? Нет, он реально очень часто делает с применением драгоценных металлов, ну, там, серебро, камни. Да, все, они у него там прям сделаны, там, чешуйки, гравировки, там, какие-то блики, еще там что-то, ну, то есть, они, ну, он такой замороченный рыболов, вот, делает для себя, я говорю, слушай, ты классно, вот, ну, ты хоть продавай, он говорит, да зачем мне, вот, ну, я не буду. Так это ну, все-таки у него произведение искусства ювелирного, у него, реально, это у него, помимо, работающая у него, приманка. Она работает, они просто работают. Чтобы, они... чтобы делать такие вещи, нужно быть еще и мыслить, как рыба, там, вот, как они работают просто. Супер. Да. Это уже, скажем так, обратная, другая сторона медали. То есть многие там болеют только рыбалкой, а вот он болеет рыбалкой и изготовлением вот, вот этого. Точно так же люди, которые ловят нахлыстом и там вяжут себе вот эти мушки. И там есть такие произведения, что вот мушка там и живой, с кого она связана, там их вот если так вот положишь и с расстояния в метры не отличишь, где живая насекомая, а где вот мушка связанная. Но это уже такая вот своя болезнь. Рустам, а у вас опыт есть? А, да, мы своими руками что-то сделать. Нет, я сам лично ничего не делал. С Василием как раз до эфира разговаривали, спросила, вот как раз мы были в Канском устье, и там приманка называется рыбий глаз. Он достаточно такая распространенная, и местные как раз рыбачат на нее. И она, мы пробовали свои блесна, как-то было не ахти, но когда поставили этот рыбий глаз, действительно, клев стал лучше. Но в основном был берж. А у нас не купить. А, да, здесь у нас, давайте опишем, что это такое, как выглядит, напомним еще. Вот этот рыбий глаз. Это двойник-тройник с таким шариками, нарисованным глазом. И все, больше ничего. Ну, то есть, вот свинцовая такая вот блямбочка, да, снизу у нее подвешен тройничок. Ничего особенного. Ничего особенного. Я, например, в Камском устье очень часто встречал местных рыболовов, которые ловят, вот они эту штуку называют там как-то дьявол там, или еще как-то по-своему. Там. Сатана. То есть, это тоже вот такая вот свинцовый такой... цилиндрик, у которого, вот как у балансира, два крючка, а снизу нету тройника.
Вот такая штука, она у них полностью покрашена там флюоресцентной краской, и вот они на каждую из этих крючков, там, грубо говоря, сюда голову рыбки надевают, сюда хвостик, и все, а тело свинцовое получается, ну, вроде бы как бы тюлька. И вот он отпускает ее, как на мормышку трясет, и они там ловят. Мы ходим вокруг, у нас не клюет, блин, у них клюет. Дай приманку, на приманку ставишь ее, клюет. Что такое? Удивительно. Вот да. Что бы в ней там было, но в каждом регионе там свое, например. Ну, имитируют, видимо. Да. Как кормовую базу, вот, в любом случае. Попадаем в кормовую базу, вот она ее кушает. Ну, хорошо, у нас сейчас будет небольшая реклама. Мы несколько раз уже про Камское устье тут начинали говорить. Я напоминаю, что у нас предыдущая программа полностью посвящена зимней рыбалке на Камском устье. Мы записывали ее в магазине «Арсенал» на Комсомольской, 8. Видеоверсия доступна. Ищите на сайте hkirova.ru. Я думаю, что на Камском устье мы еще немножко там побываем после рекламы. Да, уже Рустем о своем опыте готов рассказать. Все-таки действительно... Ну, сотни рыбаков из Кировской области туда ездят. Тысячи. Тысячи, да, ездят туда. Такое очень привлекательное место. Продолжим через полторы минуты. Трофей. Рыбалка. Продолжается программа «Трофеи и рыбалка». Сегодня мы говорим о клевых местах для зимней рыбалки, как в Кировской области, так и за ее пределами. Просто конкретный запрос от рыболовов поступил. Расскажите, пожалуйста. Куда можно съездить в это время года? И с нами Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, и Рустем Садыков, управляющий «Чепецкнефтепродукт». Оба опытных рыболова. Скоро будет вопрос, кстати, да, от Василия. Конечно. Не зевайте, наши уважаемые слушатели. Итак, Камское устье. Рустем, о своем опыте. Тоже очень место вот так по душе, да, однажды пришлось, и с удовольствием возвращаетесь туда. А, да, у нас... Регулярно, именно зимой. Да, мы, наверное, лет 5 или 6 как-то к этому пристрастились. У нас образовался свой круг, постоянный круг рыболовов, и мы начали искать места 500-600 километров, куда от Кирова можно выезжать. Ну, это как раз примерно 500 километров. Да, ну, да, около 500 километров. Да. Куда можно было бы выехать зимой, именно под закрытие сезона. Зона в начале марта и провести с пользой, скажем так, время порыбачить, отдохнуть. И вот одним из таких мест оказалось Камское устье, куда мы приехали. Первое у нас знакомство было такое недостаточно хорошее, потому что мы приехали, и в первый же день началась очень сильная пурга, метель. Это просто было что-то с чем-то. Но, тем не менее... А кто не бывал в Камском устье в пургу, я расскажу, что стоишь на льду, и в метре ты человека не видишь. Да. Это особенность местности, вот эта большая. Там вот открытая, это, да. Открытая, там равнина, ветер. Вот там ветер 10 метров в секунду поднимает такую вьюгу, вот этот весь снег. Там просто реально страшно. Ничего не видно. Там можно потеряться, не знаю, уйти куда-то и не найтись. Ну... Да, поэтому всегда нужно быть либо с егерем, либо с прибором, чтобы знать, такой пурге, куда выбираться, если что. Да. Так. Вот. Но, тем не менее, мы были с уловом. Несмотря на погоду, рыба клевала. То есть рыбе-то все равно, что там на поверхности. Нам повезло. Нам повезло. То есть для нас, скажем так, получилось так, что вроде не было погоды, но тем не менее рыбу мы поймали. Угу. Но там очень много, значит, хороший егерь. Вот да, но мы как раз под скалой и рыбачили. Хорошие егери, наверное, на разбор там. Как-то нас заранее умудряться там, на каждой базе, на которых вот я, например, бывал, там, в принципе, везде хорошие егеря. Вот, каждый возит там на свои какие-то места. Ну, есть там... Да, под GPS там, у них забиты. Там GPS, там забиты точки. Они каждый день на реке, они там проверяют, где что клюет, и привозят. Ну, там есть такие, скажем так, определенные места, в которых возят всех, да. Ну, вот это вот под Лобачом, вот у этой горы, да, там... Лобач — это гора. Да. Да, высокая гора. Вот. У них там есть тоже, как и у нас, там тоже есть Лисий Яр, например, да, там есть маяк, есть там дырявый камень, не знаю, там эти самые кудрявый остров. Поэтические, да, такие. Ну, кудрявые, вот, например, там все, вот почему-то, я не знаю, там по перволетку приезжаешь, когда все хотят попасть к кудрявому. Вот все говорят: о, увезите меня к кудрявому. А там достаточно поздно встает лед, потому что там подходит второе русло, всегда есть течение, там его промывает. Промерзает долго. Промерзает долго, все пытаются туда попасть, там вылазят на этот опасный там лед. Честно скажу, по своему опыту, сколько раз там бывал, да ничего там хорошего нет. Реально, вот под горой там клюет точно так же, как и там. Только ехать туда еще 20 километров по льду. И черт его знает, какое там состояние льда. Вот там под горой и ветра может не быть, и не знаю, и рыбачить комфортно, и лед уже безопасный.
интересны. Чего туда все так, едут? Рустем, не понимаю. Советуйте, куда именно на Камском устье? Где ваши клевые места? У меня клевых мест нет. Мы всегда прислушиваемся к Игорю. Ага. На самом деле, то есть, куда он правильно скажет? Говорит, да, потому что они перед за день до этого проезжают свои же точки, смотрят, где что клевало. Они знают. Здесь не клюет, поедем там. Там что-то ловится. Да, да, да. Ну, нужно просто ездить, искать. Ну, тут еще надо пояснить для тех, кто ни разу не бывал. Там, если вы привыкли ориентироваться на скопление рыбаков, вот в этом месте, во, пойду туда, там этого не увидишь, там действительно большие просторы. Нет, там можно этого увидеть, но можно... там есть один нюанс, вот, который для того места очень такой актуальный. Там ориентироваться на скопление рыбаков, ну, практически бесполезно, потому что вот в этих, скажем так, назовем их таких общеизвестных местах, туда, ну, скажем так, с маленьких баз каких-то, частники или еще кто-то, да, они в основном вот туда и везут. А когда туда привозят там 20, 30, 40 развозок, это на льду уже там 300 человек, вот едешь и думаешь, о, ничего себе толпа. Наверное, клюет. Наверное, клюет. Ты туда приезжаешь, а там никто ничего не ловит, потому что их туда привезли и уехали. А им куда деваться-то? Вот они и ходят весь день тут вот вокруг. Там заложники больших расстояний. Другие занятия какие-то найдут. Вот, там, и все. Согреваются. И, да, и соответственно, ты приезжаешь, думаешь, вот там толпа. А там как раз рыбу ловят, вот хорошую крупную рыбу, ловят рыболовы, мы их называем одиночки, да, которые там на снегоходе, например, вдвоем, они очень мобильно перемещаются, у них в GPS там реально там 100-150 точек каких-то забито, они заезжают на точку, бурят там 3-4 лунки, 10 раз там дернули, нету, поехали на следующую точку, на следующую, на следующую, на следующую, они там за день наматывают 100 километров. Мы, например, точно так же ездим. У нас бывало такое, что ты 2 дня ищешь, а на третий день... 2 дня ищешь? Вот ты 2 дня ищешь, боже. Вот ты просто буришь, 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 в день рыбка, в день поклевка. Но, например, на второй день к вечеру ты его находишь, на третий день приезжаешь, до обеда наловился вот так, что руки болят, и едешь домой. Ну, то есть, здесь, вот в судаковой рыбалке, это как, вот, ну, не знаю, там, волка ноги кормят, все, ты побежал, тебе надо бурить, 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 искать, идти, ехать, но там нужно понимать, куда ехать. Для рыболова, который приедет первый раз, даже со своим снегоходом, я очень советую взять грамотного егеря, просто его там с собой взять, да, и поехать с ним. Так, а если уже не про Камское устье, Рустем, куда еще с друзьями кировскими рыболовами можно отправиться? Узбекск. Это Узбельск, это слияние Камы и Белой. Угу. Это окуневый рай. Ну, да. Мы считаем, что там. Вот окунь, там столько. Это, по сути, очень похоже, знаете, на вот астраханские эти заливчики, дельты, протоки, там дельты. Да. Там такие же. Это куда ехать? Камыши? Это сразу Удмуртия. Пояснять. Удмуртия. Да, Узбельск. То есть едем пункт. По Казанскому тракту, в Крычанах. Едем через Ижевск на Сарапул, после Сарапула уходим. В Крычанах поворачиваем на Ижевск, на Удмуртию и туда вот чуть-чуть. Да. Угу. Там, ну вот, я бывал несколько раз тоже. Там, конечно, да, там окуневый рай. Но там тоже, там нужен GPS вообще, потому что если Реально причем нужен. Заплывешь там, что из себя это представляет? То есть камыш такой, что ты видишь только небо перед собой. Да, ну. А вот вокруг вот так вот камыш стоит стеной. И зимой тоже. Вот. Да. И ты вот едешь, засохший, замерзший камыш. И ты вот едешь, и вот так вот бац, все петляет, что-то куда-то какие-то отходы. Мы первый раз, когда приехали, нам примерно объяснили, вы, говорит, вот в эту протоку зайдете, там проедете 5 километров, повернете направо, говорит, потом еще раз налево, туда выйдете. Еще там 10 такой, километров. Там, говорит, будет еще такой большой разлив, из него будет выходить протока, вот вам туда выйдете, там будет яма. Мы реально заблудились. Мы полдня потом пытались оттуда выехать, куда налево. Направо, ладно, встретили местного лодку. Мы говорим, слушай, нам вообще куда? Он говорит, ребята, вы сейчас вообще уплыли, говорит, в другое место. Там очень много тупиков, там можно реально плыть 10 километров, плывешь, 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 приплываешь, и все, перед тобой стена камыша, и вода кончилась. А там интересное еще место, там треугольник. Ты хочешь сейчас в Удмуртии, раз ты оказался в Татарстане, раз в Башкирии. То есть вот там такие перемещения, что ты буквально... Вот, там только GPS, если первый раз, то опять же там лучше взять с собой... Ну, местные это, наверное, ориентируются. Ориентируются. Да, и вот там как раз вот за счет того, что вот такая вот обширная дельта, да, интересная, там действительно окуневый рай, там прям супер. И щуки там очень много. Местные там, если рассматривать зиму, ловят с жерлицами. Причем я вот только там видел на севере, и вот там я видел жерлицы, когда там ставят леску миллиметровую. Такую, я говорю, ребята, что вы там... кого... Миллиметровая да, леска? Да, я говорю, вы кого там ловите вообще там? Вот такие крючки, вот такой вот живец.
Я говорю, вообще кого там ловите-то? Он говорит, щуку. Вот он мне поставили там 20 жерлиц, мы утром потом приехали, у них 5 жерлиц сработало, с двух они достали, там одна 8, что-то одна там килограмм, наверное, 12 такая, а трех они, просто не достали, потому что она там все запутала и все оборвала, миллиметровую леску. Ну, понятно, теперь. Вот, да. А по окуню там действительно рай там. Вот. Да. Ну, просто вот то же самое, да. Ну, расскажите, вот это вот, все же самое балансиры. Да, вот как раз Кусама, это тема для узбельска, самое то. Вот 60-ку использую. Ну, сильно-то мельчить не надо, да, там окунь хороший. Да, окунь хороший, причем очень часто попадается сразу дуплет. И на нижнем, и цепляет на передней, сразу либо, достаешь из муки два окуня. Причем они мерные. Вот, есть и килограммовые, и больше килограмма. Ну, окунь крупный. Окунь крупный. Угу. Единственный только момент, я, кстати, вот всегда хотел узнать, он бывает там вот такой с точками. Это, видимо, особенность, да, у него местная? Это... В смысле, внешность окуня? Да, внешность, да, вот такая. Такой... Это на Волге вообще. После того, как раз построили плотины, в воде развились определенные бактерии. То есть это, по идее, болезнь окуня, но она абсолютно безвредна для человека. То есть паразиты то есть... какие-то, вот нет, именно нет, рыбные? Нет, нет, нет. Рыбные. Точки такие, это он такой... как конопатый, он такой в черную точечку весь. То есть, помимо того, что вот он там полосатик такой зелененький, да, он весь-весь-весь вот такой в черных точечках. Мы сначала первые разы, когда вот ловили такого окуня, мы его там выкидывали, говорили, фу, что там. Очень, а потом поняли, что это очень, особенность очень, просто очень водоема. Редко попадается такой вот чистый прям окунь, да. Вот, а потом поговорили с местными, и потом я уже, честно скажу, обращался даже к ихтиологам, спрашивал, говорю, а что там такое? Они говорят, ну, это вот особенность водоема, потому что если раньше там река постоянно текла, то сейчас 80% времени там реально стоячая вода, ну, потому что плотину вот утром открыли, пока вот эта вот масса воды сдвинется, то есть там после обеда где-то начинается течение, а к вечеру уже плотину закрыли, вот она продвинулась, эта вода, да, и все. То есть летом туда приезжаешь, там реально цветет вода, там все зеленое. Ну, такая, скажем так, не очень хорошо для водоема, но что поделать. Поэтому вот там развился какой-то вот микроорганизм, который на рыбу подействовал таким образом. Абсолютно безвредно, окуня можно кушать. Просто у вас насколько большие уловы были в этом месте как раз-таки зимой? Окуневые. Самый крупный окунь, наверное, грамм 800, не больше. Но хотя... Но вот много. Мы ездили, да, но много. Мы ездили... Сколько угодно можно поймать этого. Да, окуня, бывает, да? Так, что лунку пробурил, 5-6 достал, все, дальше переходишь, буквально вот в метре буришься, он тут стоит. То есть его надо постоянно искать. А вот с местным ездили жителем, он нам все места как раз показывал, но он целенаправленно охотился именно за крупным, то есть килограмм и больше. А что, кроме окуня? Нет, там есть ничего. Щука, судак, бёрш, да, пожалуйста. Если вот на основное рыбу выйти, да, там судака сидят. Там уже будет по-другому. Чем хорошо это место, то есть ты можешь поехать за судаком. Да, есть выбор. Да, есть выбор. Что хочешь поймать? Есть выбор. В Камском устье, скажем так, выбора этого нет. Окуня там найти можно, но достаточно сложно. То есть это надо ехать там действительно уже вот туда, в сторону Кудрявого, там на какие-то поливы. Там, да, там судак, где-то либо искать. А там либо судак, либо берж. Вот. Либо рак иногда. Рак, кстати, попался. Кстати, раки, да. Раки ловятся, да. Вот ты сидишь так, ловишь, на тюльку смотришь, у тебя такая поклевка, такой, оп, кивок загибает. Не надо подсекать, это 100% рак. Он клешнями схватился за тюльку. Бедный, за тюльку, голодный. Даже доставали. Доставали. Ну, это вот, кстати, если к вятке вернуться, чем плюс большой у вятки конкретно, то это разнообразие. То есть, да, по большому счету, ты можешь поймать любую рыбу абсолютно практически, например, на одном подшипнике. Хорошо. Так, секунду. У нас 10 минут уже остается. Мы уже проговорили практически большую часть программы. Надо вопрос задать нашим слушателям, а потом уже о нашей родной вятке. Да, действительно. Итак, внимание, в нашей группе ВКонтакте, в группе нашей радиостанции прямо сейчас размещен пост, коротенький вопрос от Василия Мамонова, эксперта компании «Арсенал». Отвечайте там в комментариях. Итак, вопрос, кто первый ответит, тот получит сертификат от «Арсенала». Страна-производитель оригинальных блесен МЭПС. Три варианта ответа. Англия, Франция, либо Финляндия. Финляндия, Франция, либо Англия. Все очень просто. Отвечайте. Так, вернулись к вятке. Так вот. Например, разнообразие. Разнообразие. Ну, вот разнообразие, да. Мои товарищи, вот с которыми мы ездим, например, на рыбалку, очень часто делают каким образом? У того же судака есть два периода активности. Это вот, как я уже говорил, там сумерки утром
и в сумерках вечером. Днем его поймать можно, но если у него там будет какой-то жор, там суперклев, на который мы, к сожалению, попадаем не так часто, да, вот, и днем он достаточно пассивен. Соответственно, делают что? То есть берут с собой снасти на судака, но в то же время там сложили еще удочку с мормышечкой, либо удочку там на белую рыбу, да, там посидеть на течении, и все. Утром приехали по сумеркам, час мы там потратили на поиски судака, да, разбурили там перспективные пятачки какие-то, точечки свои. Нет поклевок, все, днем переключаются на другую рыбу. То есть, вот, ну, не знаю, мне так неинтересно, я упертый, да, я там целый день буду ходить бурить, искать этого судака. Вот. А ребята, да, все, они говорят, мы там пошли в залив, половим окуня. Угу. Окей, ушли в залив, день провели замечательно, там половили окушков. К вечеру, когда уже час икс-то вот должен настать, возвращаются обратно, берут снова судаковую удочку, погнали искать судака. То есть, если повезло, еще и судака поймали, да, еще и там окуньков каких-то половили, либо посидели на бель. Вот. С этой точки зрения вятка, она хороша. Без движения нет ужения, в общем. Ну, да. Двигаться можно. Да, в прямом и переносном смысле. За день набуришься. Да. Без движения нет ужения, да. За день набуришься, но это такая зарядка. Сейчас что там, так, сейчас уже и есть помощники. Ну, там, сейчас на аккумуляторах. Шуруповерты и все такое. А, кстати, вы эту фишку тоже, Рустем, используете? Да, конечно. Потому просто что если вручную так не набуриться. Если по последнему льду, когда он Василий метровый. Василий сделал открытие просто для меня. Когда, я давненько не был. Когда он метровый, там с обычным буром после лунок, наверное, 20, какой бы он хороший ни был, этот бур, ты скажешь, что все, я нарыбачился, мне больше ничего не хочется, я не буду больше ловить. Надо, в общем, как-то автоматизировать этот процесс бурения. 18-вольтовый. Ага. Да. А, давненько слышал, что старец ведь тоже в районе Кирова есть, и они тоже пользуются определенным спросом. У нас, скажем так, вот если вообще поехать вот на рыбалку, вот вообще можно сказать, что в Кирове, да, это, пожалуйста, вот за старым мостом Дымковская и Макаревская старец. Ага. Вот они, вот на общественном транспорте туда можно доехать без проблем. Причем место пользуется спросом у рыболовов, да, туда очень часто там приезжают, например, с детьми на несколько часиков, да, вот, ну, родители, которые хотят приобщить ребенка к рыбалке. Потому что недалеко, вот, удобно, и можно вернуться туда очень быстро, если что. Окунь, сорога, красноперки очень много в последнее время стало, да, то есть там основную снасть, которую бы я туда взял, это однозначно мормышка. Мормышка с насадкой, мотыля. Классическая, в общем. То есть все, там больше ничего не нужно. Глубины небольшие, замерзает быстро, лед всегда хороший. Ну, то есть такая вот рыбалка. И до последнего сидят. Да, и до последнего сидят по весне. Причем весной там уловы могут очень-очень радовать. Я пару раз попадал лично, когда там окуни такие по 300, по 400 грамм, они реально весной там клюют, как сумасшедшие. Это когда уже солнышко припекает. А это уже когда солнышко припекает, это уже когда на вятке есть подвижки льда, и рыба начинает шевелиться, и она просто туда заходит. То есть вода начинает чуть-чуть подниматься, подпирает уже все, и рыба идет туда, она идет туда на нерест. То есть это реально вот нерестилище, да, Макаревская и Дымковская старец, туда рыба приходит весной на нерест. Вот. И потом она там остается, потому что ей достаточно комфортно. Кормовая база там, не знаю, сумасшедшая. Обширная. Сумасшедшая. У нас есть вот... Да, у меня с собой нету. У нас есть видео. Вот мы сейчас, как только лед встал, мы ходили туда вечером. Вот как раз на старицу, вот, это, на да? старицу, на Макаревскую. С фонарем, когда вот лед сейчас был прозрачный, чтобы вот просто вообще посмотреть, есть ли там рыба. Там плавают просто полчища красноперок. Вот я их снял на телефон, вот прозрачный лед, мы светим фарой, и там, я не знаю, там сотни. Не крупная такая, ну, ее очень много. Вот. Достаточно много щуки. Причем щуку там летом и осенью ловят успешно на спиннинг без проблем. Подъезд на любом автомобиле. Ну, то есть, вот так вот приехать там на полденечка спиннинг где-то покидать, ну, можно рассмотреть. Вот. У нас, на самом деле, вот в районе города-то очень много там, например, известнейшее место для зимней рыбалки. Летом вот не сильно много народу ловит, а вот зимой реально туда опять же заходит рыба, когда начинает движение вот шуги по реке. Это, например, карьер у трамплина. У нового моста, да, вот, да, карьер у, да, трамплина. Да. Чем хорош? Тем, что там копанный рельеф, там копали песок, там, да, вот эту вот всю штуку, там накопали огромные ямы, там такие перепады глубин, все, судаку и щуке это очень нравится. Рельеф не меняется. Вот. Да. Белые рыбы там просто какой-то лом всегда. Причем и летом. Вот. И когда начинаются подвижки, вот эти все шуги по вятке, туда заходит судак.
Вот его там активно ловят. Например, там неделю назад вот мне парни звонили и говорили, вот, слушай, мы там сегодня отловились. Там поймали по 4, по 5 судаков. Ну, вот, вот город. И ехать-то особо никуда не нужно. Ну, да. Рустам, это так вот сбегать. А у вас бывает, когда вот... Захотелось порыбачить, а возможности по времени особо нет далеко уехать, и вот где-то рядышком с Кировым куда-то. А, нет, такой. Нет? Нет, не было. А, то есть вы сторонник, наверное, такой планируемой рыбалки, да. Что вот надо весь готовиться. Кайф в том, что да, нужно, вот когда ты начинаешь планировать, и вот этот вот сам процесс подготовки, сборов, выезда. В этом вообще... Рыбалка-то ж она не только вот процессом ловли, а это же вот процесс там подготовки, то есть там, ага, мы завтра едем в Камск. Начинаешь блесна перебирать там, в магазин заехать, посмотреть, да, что-то там купить. Какие-то тройнички там поменять, там еще леску перемотать. Там, посмотреть, какие новинки есть и так далее. Ну, то есть это на самом деле тоже такой неотъемлемый процесс рыбалки, без которого она будет не сильно интересным. Интересный такой, да, то есть вот процесс. Да даже если рыбалка окажется там не слишком удачной, все равно удовольствие уже получено. Да. Там же такой определенный мандраж перед каждым выездом на рыбалку. Вот. Перед таким планируемым, когда ты ждешь этого, там какое-то определенное время, и ты понимаешь, вот он завтра. Я вот, например, уснуть не могу, да, там вот ворочаешься, все, я сейчас сейчас вот там будильник заведен вроде бы, а ты один черт станешь раньше там на час. Ну, то есть такая штука-то. Рыбалка тем и хороша, что она очень будоражит кровь, адреналин вот этот, ну, ни с чем не сравнимо. Трофей. Есть где-то желание побывать еще вот именно на зимней рыбалке? Возможно, какие-то места, о которых слышали, видели, но еще недостаточно знаете, и хочется попробовать на себе, что называется. Мне очень хочется побывать вот там, где мы были в этом году летом, это на Печоре. На Печоре. Вот у меня сейчас прям такая вот идея фикс. Это Коми, далеко. Да. Сколько? 1200 километров? 1200 километров, причем мы хотим побывать там обязательно. Мы сейчас планируем эту поездку, мы сейчас ищем, скажем так, местных жителей, с кем договориться, но это будет однозначно где-то уже, наверное, конец марта по последнему льду, потому что помимо щуки и окуня мы очень хотим половить хариуса. А хариус – это маленькие речки, это именно последний лед, март, у него там прям такой жор. Я видел фотографии у местных на базе, ну, скажем так, на базе, да, на которой мы там жили, вот в доме повешены фотографии. Я когда их увидел, этого хариуса, там в каких количествах и какого размера он там клюет. Что, прям большой, ну, прям большой. Такие полтора там килограмма хариуса. У них там вот такой вот парус там. Ну, причем он боец уже доставать. Боец. Это быстрые реки. Это очень красивая рыба. Это необычная для нашего региона рыба. Хотя у нас есть в Кировской области хариусы, да. Ну, они достаточно мелкие, а там очень крупный. Его в огромных количествах. Он, черт побери, гастрономически очень вкусная рыба. Вот, поэтому, ну, это вот у меня вот так вот. Я хочу туда. Да, Рустам, у вас мечта. Тоже мечта. Два года. Мы как раз вот до эфира опять же с Василием говорили о том, что был ли в республике Коми. Ну, вот рассказал про Печору. А, у нас... я просмотрел. Там очень сложно по логистике все получается. Да. Очень сложно... Передвижение, вот сам маршрут. Да, нужно доехать, условно говоря, до какой-то деревни, потом перегружаться на снегоходы. На снегоходах 5-6 часов ехать до заимки. И вот, условно говоря, ты приезжаешь только на место рыбалки. То есть такого, что ты приехал на машине, остановился, сел на снегоходы, и там где-то 10-15 километров до места рыбалки, то такого нет. Там очень в этом плане... Большие расстояния. Да, расстояния. То есть надо вот продумать в этом плане логистику. Да, и как раз ехать туда... Тоже как раз конец марта, начало апреля, как раз там, потому что еще рыбалка зимняя в самом разгаре. Самое-самое. То есть там уже достаточно, скажем так, не так холодно становится, и рыба становится очень активной. Они там до мая месяца по льду ходят, поэтому тут вообще проблем-то с этим не возникает. Ну, для меня, по крайней мере, сейчас, вот после нашей поездки в этом году на север, я закрыл для себя там все вот эти вот Астрахани и все оставшееся. То есть... По километражу получается меньше, по рыбалке получается интереснее, природа нетронутая, то есть нет вот такого, в Астрахань сейчас реально приезжаешь, ну вот я могу там сказать, мы ездили там в начале 2000-х годов, когда приезжаешь, и там реально было какое-то рыболовное Эльдорадо, ну потому что там баз было чуть-чуть, народу было мало, рыбы было много, ловили все там, все, сейчас приезжаешь на более или менее там известных местах, там реально
место занимают по темноте там и стоят весь день на якоре. Потому что если ты уйдешь, там тебе встать уже негде Большая будет. Большая плотность рыбаков вот, на квадратный метр. Рыбы стало в разы меньше. В разы меньше. Ее там просто истребляют, я считаю, что помимо того, что там есть спортивное, любительское рыболовство, там есть еще и рыбалка промышленного плана, да, там ходят тралами, сетями, неводами, чем угодно. Ну, не то. А север, вот он манит. Ну и рыба северная. Рыба северная. Да. Буквально минута остается. Несколько слов о нашем фотоконкурсе, который продолжается в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите туда. Мы каждый четверг, когда выходит программа, разыгрываем какой-то приз, подводим итоги голосования. Сейчас в руках держу купоны на 30 литров бензина «Ультра-92» от компании «Движение нефтепродукт». Мы приняли решение еще дать возможность нашим слушателям программы «Трофеи рыбалка» повыкладывать свои фотографии в группе, там, выкладывайте еще, и эти 30 литров обязательно найдут своего обладателя в следующий четверг. Я просто еще раз настаиваю на то, чтобы вы соблюдали условия нашего конкурса. Там в группе ВКонтакте четко прописано, чтобы вы выкладывали свои фотографии, там, не своих мужей, жен, детей и так далее, друзей. Ну, мне кажется, что так будет честно. Вот конечно. Когда вы поймали и вы выложили. Вот сфотографироваться, я думаю, не составляет труда. Если даже в соцсети не зарегистрирован человек, 30 литров бензина – это повод там зарегистрироваться. 30 литров бензина, а у нас еще замечательные балансиры сейчас есть. И балансиры, да. И спасибо большое Рустему Садыкову. К 30 литрам бензина будут пролагаться… Два балансира. Да. Очень хорошая штука. Причем в очень правильных цветах. В очень правильных цветах. Но они рабочие, что... потому что это, ну, это практично. Я полностью уверен в том, что вы не простые, не бесполезные приманки принесли сюда, Рустем. Так что вот так договорились. Внимательно читайте условия. Ну и удачи всем, ни хвоста, ни чешуи. Удачной зимней рыбалки. О мерах безопасности, конечно же, напоминаем. Да, потому не забывайте. Что, да, все-таки сопряжено с определенным риском, и продумывайте свои действия, и пользуйтесь, собственно, какими-то незамысловатыми хотя бы средствами безопасности. На этом сегодняшняя программа завершена. Я думаю, что посвятили мы достаточно так подробно, да, основные места клевые для зимней рыбалки. Будем возвращаться, безусловно, к этой теме, если особенно будут запросы на это. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, Рустем Садыков, управляющий чипец «Нефтепродукт», два рыболова с большим опытом. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Трофеи. Рыбалка.